всем привет, ребята! Сегодня я нахожусь на Десногорском водохранилище. И со мной сегодня легендарная личность. Конечно, не все рыбаки его знают, но спортсмены знают все. Это со мной сегодня Леша Шершнев, чемпион России 2017 года по ловне спиннингом с лодок. Привет, Саш. Привет, привет. Уже 3 часа как привет. Начнем выплывать? Да. Скажи что-нибудь народу. Прибыли мы сегодня по темному. Собрались быстро. Поэтому, я думаю, у нас сегодня есть шансы. Сейчас будем пробовать. А потом вам все расскажем. Сегодня я Леху буду пытать, где ловить, как ловить. Ну и вам, конечно, это все покажем. Ну, конечно, какие-нибудь секретные приманки, проводки у него будем выведывать. Минут ловли, вторая приманка. Так, ребята, ловим мы минут 15. Леха уже оторвал 2 приманки. Ну и давайте поглядим, на что у нас ловят чемпионы России. А чемпионы России у нас ловят на заубер 3000 размера. Дайва Сол 2500. Спиннинги Black Hole Undespundet, или как его там правильно? Пузи-пузи. Ты там привязываешь. Black Hole Undespundet. С тестом до 20, до 58 грамм. 15-58 у него тест спиннинга. И второй Басмания. Ну-ка, на какие-то там модные резинки ловишь. А вот такая. Вот такие. Очень известная, но не скажу, какая приманка. Судачок ее любит. Он специально показывает, на что никогда не клевало. Я знаю. Ладно, сейчас мы перевяжемся и будем переплывать в другое место. Сегодня по-любому должны поймать. Сегодня дважды остановили гаишники. Видели лесу. Короче, все должно быть. 2 гаишника это 2 судака. Лиса это 1 щука. По приметам. Хочешь посмотреть в глаза, там у гаишника? Ну что, ребята, обловили мы 10-метровое поле, переставились тут раз 5-6. Поклевок не было ни одной, ни тычочка. Решили, что судак куда-нибудь поглубже ушел. Сейчас попробуем метров 12-14. Мозг у нас сегодня Леша. Посмотрим, что у нас выйдет. Что-то тут Леша не думает только ни о чем, да? Ну что, ребята, ловим мы уже примерно 3 часа. Поменяли 159 мест. У меня уже руки отмерзли якорь подымать. Сижу, греюсь. Леха пытается поймать щучку на 6 метрах. На джиг. На джиголовку кидает. Посмотрим модную его проводку щучью. Ну, проводку мы, конечно, видим, но поклевок нет.
Все как обычно у нас. У меня последнее время уже такое ощущение, что... Сглажен? Да не. Пора свечу ставить. Такое ощущение, что у десногорских рыбок кончилось. Сейчас еще тут немножко постоим, и если ничего, мы вернемся на глубину 12 метров. А вот, ребята, наш первый улов. Это сеточка. На винт намотали. Не обозначено ничего. Вон рядом бутылочки стоят, официальные сеточки лицензионные стоят. А это какая-то левая. И видно, ее уже не первый раз кто-то ловит. Она вон вся смотанная. А это мы накрутили. Да не, она уже была кучкой, когда она впереди ее заметил. Она уже такая кучкой была, только а уже поздно намотали. Блин, как это задолбало все. Рыбы и так нет нифига. Так мотор можно угрохать. Сальник порвет. Ладно, будем выпутываться. Наконец-то первый жирный окунямбур. Да, небольшой. Первая рыба сегодня. Полдня позади. Ладно, ловим. Конечно. Ну что, ребята, прошло 84 часа рыбалки. Давай, я приму. И клюнул, наверное, первый судачок. Не знаю, какого размера. Сейчас увидим. Ну, наверное, небольшой. Не, хороший. Этот даже домой пойдет. Ты за глаз его взял. Ну а за что, если он клевать не хотел? А какой? Пятерочка. Василий Алибабаевич клюнул. Такой нормальный. Принимайте. На любимую резинку мою. Приманочка там. Сейчас я тогда сумочку достану. А, первый судачок. Жизнь налаживается. Лазенький. Хе-хе-хе. Ну что, ребята, подошла наша рыбалка к концу. Обещал я вам рассказ о проводках, о приманках, как искать, где ловить. Мы тут с Лехой катались целый день. Объездили кучу новых мест. Нигде ничего не клевало. Настроения на всякие рассказы совершенно не было. Поэтому извиняйте, пацаны, вот такая вот у нас сегодня рыбалка. Надеюсь, в следующий раз Леха нам вот реально что-нибудь покажет, расскажет. Ну а сегодня всем удачи, пока. Подготовимся получше, и нам уже не будет стыдно. Видосик выложу, покажу, какой у нас клев сейчас. Все, счастливо.